Всем привет, друзья мои! Сегодня у нас 15 апреля 2024 года. И я буду сажать огурцы. Как и обещала, у меня спрашивали, когда будете сажать 15 апреля. Можно сажать сухими семенами. Но я 13 апреля, два дня назад, замочила огурцы. Замочил три сорта, три вида. Они не сорта, они гибриды. Вот. Вчера вечером посмотрела. У меня все огурчики наклюнулись. Сегодня утром, вот как вам показать, вот они все уже с росточками. Я люблю сажать вот так, чтобы они все были уже проклюнулись с росточками. Так, какие огурцы? Кураж. Любимый мой огурец. Вот все отсвечивает, ни черта не видно. Так, значит, сказала. Кураж. F1. Скороспелый. 40-43 дня. С момента, когда он зайдет. С того момента. Гибрид. Женского типа цветения. Сажаю его каждый год. 13 числа замочила. Вот, пожалуйста, сегодня. 15-е. Вот уже вот с такими отросточками. Так, второй огурец тоже сажаю каждый год. Нравится он мне. Но, так, скороспелый 39-42 дня. Называется гармонист F1. Гармонист. Так, вот он не проклюнулся. Семена были с прошлого года. Также замочен был 13-го. Апреля. Семена обработаны, но ни один не проклюнулся. То есть разная схожесть, разные. Пусть еще полежат. Так, эти я тоже сажаю каждый год. Вот они пусть еще пока лежат. И первый раз в этом году купила муравей F1. Прям, ну, супер скороспелый. Так, что они пишут, сколько дней? Что-то я прям читала. Партенокарпический гибрид для выращивания в открытом защищенном грунте. Ну и чего? А, 35 плюс 5 дней срок созревания. Прям совсем не знаю, может такой быть или не может. Тоже замочила 13 апреля. Значит, вот три вида огурцов. Так, что он? Ну да, отросточков таких нет. Но проклюнулись. Вот, ё-моё. Вот, ё-моё, смотрите. Вот. Завтра уже можно будет и их посадить. Вот они. Росточки дали. То есть, хорошо. Хорошо. Это муравей. F1. Огурец ранний. Сажаю первый раз. Посмотрим, что из него получится. Сейчас кураж посажу. И на это место замочу кабачки. Кабачки у меня сегодня будут кавилли F1. Я их сажала, голландская линия. Здесь всего 5 штук. Много я их не сажаю, мы не очень едим кабачки. Но все равно выращиваю. Поэтому вот все 5 замочу. И вот так же вот дождусь, пока они дадут вот такие хорошие росточки, и тогда буду их уже сажать. То есть на это место сейчас замочу кабачки. Так, показываю, как сажаю огурцы я. Много разных способов. Можно в стаканчике вообще вырезать дно. Можно сделать 2 стаканчика. Один разрезать пополам, вставить в другой. Я тоже так делала. Но сейчас мне не хочется. Я сделаю так обычно. Вон сыпется из него эта земля. Земли насыпаю немного. Потом по мере роста огурцов я буду землю досыпать. Значит, где-то треть стакана я насыпала земли. Земля должна быть хорошая. Увлажняю немножко, чтобы не разводить там сырость. Вот так уплотняю. Вот. Кто знает, сами знают, делаю дырочку. И туда кладу зернышко.
Не знаю, видно вам или не видно. Присыпаю землей. Немного. Немного землей присыпаю. Тоже вот так чуть-чуть его, хопс, прижала. И приготовила вот я ящик. Уже поставила. Сейчас я все это дело посею. Накрою целлофаном. Вот такой нашла большой целлофан. Вот так вот накрываю. И ставлю в теплое место. Как только покажется маленький росточек, сразу под лампу. Огурцы быстро, очень быстро вытягиваются, поэтому у меня они будут стоять под лампой в теплом месте. Сегодня 15 апреля, 2 недели до 1 мая. Вот, я несколько штук хочу, знаете, что сделать? Насыпала мешки небольшие у меня из-под земли, где было на 10 литров. Вот такие 10, да, литров. Вот, я их вывернула, они получились сверху черные. Вниз наложила травы, наложила туда земли и поставила в теплицу на прогревание. Хочу попробовать, я когда-то раньше сажала так огурцы. Земля холодная, и хочется, чтобы они быстрее пошли в рост и дали быстрый ранний урожай огурчиков. То есть вот приготовила 3 мешка, я по возможности вам покажу. Вот, и получается, попробую так. Если кто сажал, пишите, как вам такой метод выращивания. Я сейчас буду продолжать сажать вот эти огурчики. Обязательно их подпишу, чтобы знать, где у меня какой сорт, какой гибрид. И все, вот насвинячила, как на клеенку земли насыпала. Потому что все сыпется. Ну и все. Вот такой вот метод. Быстрый, простой. Ждем всходов. Выращиваем молоденькие, свеженькие огурчики. Все, мои хорошие. Всем богатых урожаев. Всем здоровья. Счастья, мира, добра. Всем пока.